Вы знаете, без сомнения, у наших двух государств, Ирана и России, на Кавказе есть общая чувствительность. И Иран и Россия не могут быть безразличными к вмешательству чужих государств на Кавказе. Мы всегда поддерживали народы Кавказа, поддержку, которая была направлена на сохранение их территориальной целостности. И американцы, и их западные союзники, они, конечно же, ищут поводы для того, чтобы внести раздор в этот регион. И поэтому мы должны быть бдительными. И я думаю, что это в пользу наших общих интересов. Интересов Ирана и России, и наших народов, с тем, чтобы мы на регулярной и постоянной основе по этому вопросу проводили обмен мнениями.